Китайская теорема об основах. Да, 35-я важная штука. Китайская теорема об основах. Формулируется она так. Если наибольший общий делитель двух натуральных чисел n и n равен 1, то остатки от деления на mn — это на самом деле более-менее то же самое, что остатки от деления на n и остатки от деления на m. При этом функция Эйлера от mn — это есть функция Эйлера от n умножить на функцию Эйлера от n. Я не уверен, что вы сейчас сможете доказать, но тем не менее, кто вас знает, а вдруг. И, кстати, что означает знак прямой суммы для двух? Там вот такой есть плюсик в кружочке. Представьте себе, что у нас есть одна группа, группа G, и другая группа, H. И мы с вами устраиваем новую группу. Ее элементы устроены вот так. Надо взять элемент из одной группы, написать запятую и написать после этого элемент из другой группы. G — совершенно любой элемент из группы G большое. H — совершенно любой элемент из группы H большое. И когда вам дают два элемента, представьте себе, вам дали G1, H1 и какой-то там G2, H2. То перемножить их, вот я здесь пишу такую жирную точку, перемножить в смысле конструкции нашей. Вот мы сейчас объясняем, что это такое. Это значит, вот что. Это значит, их надо перемножить в группе G. Я здесь под кружочком пишу G. Поставить запятую, а здесь надо перемножить в группе H. То есть, смотрите, у нас в одной группе операции производятся, не обращая никакого внимания на группу. Вот это называется прямая сумма двух групп. Если операция произведения, то, соответственно, вы понимаете, да? Вот. Вот это прямая сумма двух групп. Кто бы нам объяснил, почему ZMN то же самое, что ZN плюс ZM, если числа взаимопростые?